Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Александр, я в очередной раз приветствую вас на канале компании «Свой фундамент». Я продолжаю свою работу в московском регионе. И в данный момент я нахожусь в Домодедовском районе, в населенный пункт Белые Столбы. За моей спиной фундамент, который мы смонтировали около месяца назад, смонтировала этот фундамент бригада компании «Свой фундамент». Здесь применено под будущий каркасный дом 31 винтовая сва, из которых 2,89 и 29 свай 108 мм в диаметре. Значит, длина свая здесь была 3-3,5 метра. Связано это, во-первых, с тем, что на глубине 1,20 м проходит небольшая прослойка камней, сквозь которую необходимо пройти. А после того, как свая проходит сквозь эти камни, дальше идет мягкий наводненный грунт, плывун так называемый, которые, соответственно, также нужно пройти. И в результате проведенного исследования грунта при закручивании пробной винтовой свай на данном участке было определено, что там, где нижняя часть участка необходимая 3,5-метровая свая, а верхняя часть участка 3-метровая свая. Кроме того, это очень заболотистая местность, сейчас просто сухое время года, поэтому воды не видно. А вообще здесь очень много воды, высокие грунтовые воды, они прямо на поверхности, поэтому заказчик попросил сделать цоколь фундамента повыше. Все мы прекрасно знаем, что в том случае, если свая возвышается над уровнем грунта больше, чем на полметра, необходимо производить дополнительную металлическую обвязку. Значит, заказчик об этом проинформирован, предупрежден, но в связи с ограниченными финансовыми возможностями он от этой обвязки в нашей компании отказался, будет производить ее самостоятельно, своими силами. Тем самым сэкономит часть денег. По стоимости данного фундамента, еще раз повторюсь, это 29 винтовых свай 108 мм в диаметре, среди которых примерно половина 3-метровых и вторая половина 3,5-метровых. И две сваи 89 длиной по 3,5 метра. Стоимость этого фундамента с учетом стоимости материалов, работы и доставки до населенного пункта Белые Столбы Домодедовского района 118 тысяч рублей. На этом обзор данного фундамента я заканчиваю. Кому нужен фундамент в московском регионе, смело обращайтесь к нам. Наши опытные бригады смонтируют вам качественный фундамент. С вами был Александр, компания «Свой фундамент». До скорых встреч и крепкого фундамента.